В Чебоксарах две женщины предстанут перед судом за нападение на полицейских. Следственными органами Следственного комитета по Чувашской республике завершено расследование уголовного дела в отношении двух жительниц города Чебоксары в возрасте 26 и 30 лет. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти по одному и двум эпизодам соответственно. По версии следствия, вечером 16 августа текущего года сотрудники органов внутренних дел прибыли к жилому дому по улице 50 лет Октября в городе Чебоксары по сообщению о том, что во дворе компании из нескольких человек, в которую входили и эти же женщины, распивает спиртные напитки, шумит и нарушает общественный порядок. Обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, недовольные правомерными действиями полицейских по пресечению нарушения общественного порядка, нанесли одному из патрульных несколько ударов по голове. Когда они были припровождены в служебный автомобиль, уже там злоумышленницы расцарапали тому же полицейскому лицо и шею, а 30-летняя женщина, кроме того, укусила его за ногу. В отделе полиции она же нанесла побои еще одному сотруднику органов внутренних дел. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд столицы республики для рассмотрения по существу. В случае, если вина обвиняемых будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.